Все сам посмотри. Здрасте. Пожалуйста. И вам, пожалуйста. Коль, вода в порядке? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Всего доброго. Николай. А. Масло долей. Ага. Goodbye. Там в «Фольксвагене» отличная девушка сидела. Успел разглядеть? Успел. Не теряешься ты. Дядя Вань, сестра, термометр. Bitte? Was? Bitte? Schämen Sie sich nicht. Was sollen unsere Umtriebe, unsere Sorgen, wenn Sie sich doch gesund fühlen? Für was geben wir uns so Mühe mit Ihnen? Da sieht man, wohin das führt, die Gratis-Medizin, wo ihr Russen so viel davor redet. Sie schätzen uns... Nun, jetzt bei der Войне только не было, со Швейцарии. А то на будущий год как сюда приедем, дядя Вань? Ihr tönt wie ordentliche Leute, wie Sportler, und dabei sind wie unsere Landstreicher und Gammler. Стар стал папа римский. Это я в Альпах понял. Смотрите, как был, Вартан Вартанович. Здесь обрыв. Здесь Фольксваген с барышней. Скорость 90. Смотрите. Да, смотрю. Опять не удержит. Как тогда в Альпах? Тебе плечо мешает? Да нет, не в этом дело.
Новый стиль. Показываю. Здорово ты его напугал в Альпах. Да я и сам напугался. Да, задаст он от тебя дёру. Гонщика я из него сделал. Учись, старик. Петь, а? Я сейчас. Что, дядя Ваня? Привет. Я тебе, знаешь, что хотел сказать? Ты, наверное, после Альп со мной ездить боишься. Ты не мучайся, Николай. Мы с тобой не в ЗАГСе зарегистрированы. Если хочешь уходить, то уходи. Я не обижусь. Ну что ты, старик? Ты что? А? Что ты? Я тебе не старик. Я тебе не дядя. Ну что ты, Иван Михайлович, надо же по-хорошему поговорить. Здрасте, Иван Михайлович. Здоров. Болит. Болит. Вань. Может, хватит тебе этих гонок? Но я же бросила. Ну что вы меня все провожаете? И ты тоже. Мне еще до пенсии 15 лет. Привет работягам. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здорово. Ух, ух ты. Профессор, не стыдно? Воскресный день. На кого они похожи? Да к полуось полетела. Иван Михайлович, я поехал. Счастливо. Даже не знаю, как вас благодарить. Если что нужно, я всегда к вашим услугам. Вы ему подводную лодку достаньте по знакомству. Непременно. Замучили. А ты с них деньги бери. Тут сколько гаражей, золотое дно. А то крутишься целый день, почти что за спасибо. А так деньги взял, глядишь там, Кольке костюмчик, Люське платится. Машина есть, заплатит. Возраст, пора о капитале думать, дядя Вань. А? Мою жену зовут Люся. Чего? Двигай отсюда, вот чего. Я ведь уйду и не приду больше. Мириться пришел.
горячился я сегодня утром. Ты прав. Надо поговорить по-хорошему. Экипаж, дело такое. Здрасте, Иван Михайлович. К Синему перевалу готовитесь. Ну что ж, верно. Месяц впереди. Ну, будь, Логинов. Всего хорошего. Иван Михайлович. Наше дело грубое. Нервами некогда заниматься. То так решать, то так. В Альпах мы полетели. На трассе еще полетим. Иван Михайлович. То, что дело грубое, это ты усвоил. Никто на заводе понять не может, почему вы разошлись и зачем ты меня взял. А, Иван Михайлович? Я ездить-то разучился. Чего молчишь? Лёш, сейчас поворот будет хитрый. Вот он, смотри. Ага. Его во время гонок легко проглядеть можно. Слушай, Логинов в больницу угодил. Как? Только что звонили, язву скрывал. Ну, я и подумал, может, это к лучшему. Может, снова с Иваном поедете. Нереально. Слушай, это ваша ссора у меня вот где сидит. Такой прекрасный случай помириться. Логинов заболел. А куда он Шведова денет? Я дену, я! Вы только с Иваном согласились, куда деть Шведова-то я знаю. Дело в Кукушкине. В Кукушкине, хорошо. Петя! А? Да? Кукушкина не видел? А он на 2 дня раньше в отпуск ушел. Любительские малолитражные автомобили, представленные на сегодняшнем смотре, сделаны руками их владельцев. Кандидат технических наук и кулинар, экспедитор почтамта и знаменитый автогонщик сделали их... Здорово. Здрасте. Где отец? Дядя Леша уже уехал. Куда? К месту старта на юг. Они хотят Синий перевал как следует обкатать. Мы после парада тоже на ралли поедем. Что передать? Маме привет. А ну давай сюда, поговорить надо. Сейчас будет вариант. Прижмись к тротуару! Выйдем секунду. Здрасте. 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 Выйди, выйди, выйди. Как жизнь молодая? Отлично. Значит, ты у нас перворазрядник, правда? Да. А медкомиссию давно проходил? Недавно. Прекрасно. Я тебя поздравляю. Спасибо. Поздравляю. А что случилось? Да что, без напарника остался? Логинов заболел. А может, я? Да мы думали, а свадьба? Только Женю уговорите. Здравствуйте. Можно вас на секундочку? Я вас поздравляю. Сашка прекрасный парень, я очень рад за него. Вот он, цветочек. Спасибо. Можно вас поцелуем? Вы знаете, есть минуты в жизни, когда судьба человека зависит от его решения. Это очень важно. Ну, теперь о машинах. Мне не очень нравятся эти амортизаторы, которые нам предложил
Сергей Митрофанович, но ничего не поделаешь. Это во-первых. Во-вторых, не машина ломается у спортсмена, а спортсмен ломает машину. Правильно. Понимаете, тут «Автоэкспорт» пригласил на соревнования иностранных журналистов. У них даже вертолет будет. Так что вы покажите им, что за машина наш «Москвич». Теперь о дисциплине. Я ведь ваши фокусы знаю. Вы как только садитесь за руль, вы забываете, что вы заводская команда. Для вас что главное? Кто кого пережмет? Так вот, здесь начальство, и я при нем предупреждаю. До места соревнований едем колонной. Задержаться может только Сергачев, потому что у него замена. С ним вместо Логинова поедет Спицын, перворазрядник. Вопрос. Твоя главная задача теперь какая? Приборы сверить. Ответ. Твоя главная задача не попасть под каблук жены. Понял. Николай Николаевич, вот будет остановка в дороге, я все-таки позвоню в Москву, а? Зря. Почему? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, Пушкин. Понял. Показывай. Шеф, назад. Здрасте. Здравствуйте. Это я приехал. А вы куда едете? В вашу сторону. Садитесь. Здесь написано Сергачев Николай, это я. 40-го года рождения, группа крови первая, резус фактор плюс. Саш, покажи. А зачем это про кровь? Чтобы врачи знали, что в нас доливать. А вы что, сами не можете сказать? Ну, знаете, бывают такие моменты, что не можем. Вы знаете, что такое ралли? Знаю. И кинофильм «Мужчина и женщина» видели? Видела. А я там снимался. Тут я вижу, мне ваше лицо знакомо. Как хотите. Чистая правда. Вы там на старте маленький москвичок видели? Извините, я за другим следила. Зря. Это мы были с папой римским. О, Господи. Это мой напарник, дядя Ваня. Правда, мы тогда до Монте-Карло не доехали. В Швейцарии это случилось. Когда он вылетел через лобовое стекло, он мне и говорит. Коля, беда. Пропал. Браслет посеял. А как же теперь с ним по-швейцарски буду разговаривать? А? Но швейцарского языка-то нет. Что вы говорите? Простите, мы немножко поработаем. Готов? Угу. Это первый спецучасток трассы. Надо записать легенду. Начнем от кому? Какая страница? 7-я. Так, пиши. Левый первый. Есть? Дальше, левый третий. Какой же это третий такой трудный? Это пятый. Пиши левый третий. Thank you.
Сейчас я вас познакомлю с человеком, который летел через лобовое стекло. Знакомьтесь. Эту девушку зовут... Надя. Эта девушка Надя догоняет своих однокурсников. Но я убежден, что мы с ней не расстанемся никогда. Кукушкины. Люси, инженер-экономист, главный начальник и шеф. А это ее подчиненная. Иван Михайлович, это Николка. Пьет кисель без толку. Чего смеешься? И Наташка еще. Ты знаешь, зачем тебя Вартан искал? Знаю. А что с Логиновым-то? Язва. Привязал старик. Давай с Кукушкиным. Ну как, Леш? Держишься? Зря старался, Вартан. Что вы будете пить? А мне соку. Вот такого. Это Кагор. Кагор, да? Да. Пусть меня с пробега снимают. Как? Тебя, значит, и меня. А чего Колька Сергачев меня при всех подначивает, унижает? Я знаю, ты меня не от хорошей жизни взял, но я на это дело плевать хотел. Все. Все. Дядя Ваня, куда? Домой! Дядя Ваня, не надо, Вартан все видел, Вартан с тобой говорить хочет. Дядя Ваня, ну что, мы машину зря готовили, что ли? Да гонщик он, гонщик. Человек должен быть нормальный. А я тебе говорю, руки у него золотые. Да, да, на безделушки, на ерунду всякую. И потом Кагор – лечебный напиток. Его даже детям дают от простуды. Ну, короче, насчет Шведова мы договорились. Если я еще раз увижу его... Чего тебе? Талоны. Ну вот что ты стал? Ну что ты смотришь на меня? Привет. Из Ижевска все приехали? Да, кажется, все. Здорово. А Лоренс? И Лоренс тоже. Ну вот, когда мы с ним приземлились, у него возник вопрос. А как же он с ними по-швейцарски будет разговаривать? Светочка, это широкая панорама, подготовка к соревнованиям. Вот это вот? Эту картину можно было бы назвать... Перед смертью не надышишься. О, Светочка, мы так не шутим. Через час техосмотр. Машины уйдут в закрытый парк. И до старта нас к ним не допустят. Да-да, не допустят. Ох, Светочка, извините. Здорово, фанатики. Привет. Здорово, Наташка. Здрасте. Ну, как дела? Нравится тебе здесь? Нравится. Тепло, светло. Ты ж Лоренца не видела? Зачем тебе Лоренц? Да так, поговорить. Давай, с тобой. О, здорово, Никол. Здрасте. Опять вкалываешь? Ага. Привет папе. Спасибо. Контора Лоренца. Вот с кем тягаться стоит. Дело поставлено. А у меня Сашка один. А где сам Лоренц? Саня! Сань! Что, Людмила Петровна? Пойди сюда. Вот возьми на дорогу. Морковку жевать будете. Спасибо. Саня, ты попроси Николку, если что. Не стесняйся, он хоть и маленький, а всем помогает. И отцу, и Шведову.
Вон, Лоренс. Вот этот? Угу. А рядом с ним человек, я вам рассказывал. Он летел. Он? Угу. Машина номер 13. Пожелаем ей счастливого пути. И не только потому, что это 13-й номер, а потому, что этого надо желать всем участникам ралли. Соревнование на равномерность хода при заданных средних скоростях, как это казалось бы просто, и скорости небольшие 70, 80, 90 км в час. На стартовый помост езжает следующая машина, номер 14. Победители ралли-журналистов. Пройдет положенная минута разрыва, и они устремятся на трассу. Каждый едет отдельно. Трое суток за рулем, наедине со штурманом, почти без сна и отдыха. 4000 километров по самым разнообразным дорогам, нагоняя потерянное время от одного контрольного пункта до другого. К месту старта приближается интересный экипаж, номер 17, машина автозавода имени Ленинского комсомола. За рулем слесарь-наладчик испытательного цеха, заслуженный мастер спорта Иван Кукушкин. Ваня, термос возьмешь? Да нет, у нас тут целый агрегат. Спасибо. Леша, он, посмотри, кофеварку сочинил на 8 литров. Ну ладно, есть. Это машина из группы основных претендентов. А вот, пожалуй, и главный претендент на победу. 20-й экипаж. Представитель Ижевского автозавода. Водитель Бруно Лоренц. Спортсмен высокой культуры. Собранность. Внимание. Физическая подготовка, технические знания – обязательные качества для раллиста, и он ими обладает. А молодой напарник Лоренца, Томас Вайткус, снискал себе известность отличного штурмана. Каждый экипаж имеет легенду, так называют точное описание пути. Ехать по этой легенде, укладываться в заданное время без штурмана невозможно. Ну что, Вардан Вартанович? Что? Покажем акулам пера нашего москвича. Покажем. Со всех концов страны съехались на наши традиционные соревнования. Ралли – прекрасный испытательный полигон для отечественных автомобилей. Не случайно все автозаводы нашей страны считают необходимым посылать свои команды на эти гонки. Это серьезная проверка машин, которые от обычных отличаются лишь тем... Никола, машину заправил? Да. Где карта? Ровно через минуту... Вот. Так, где у нас первый круг? Вот здесь, отсюда начинается. Посмотри, средняя 80? 80. Sirget magistraali, siis pöörame paremale, sõidame mägedesse. 300 метров развилка на три дороги, нам по правой. Нам по правой. Вот закончим это кольцо, Николай Николаевич. Я все-таки в Москву позвоню. Напомни, что ты ее любишь. Напомню. Женщинам нравится, когда напоминает. Кофейник. Из ресторана, что ли, вел? Автобусный. Турецкий. А кукарачу где достал? Италия. Ну, теперь Папа Римский завинтит по-быстрому. Ты лучше за временем смотри.
Мы этот участок с барышней проходили. Ага. Как ее звали? Надя. Ну что ж, посвящается Наде. В каких случаях обгоны запрещены? Повторим. При гололедице, густой туман, ливень, на железнодорожных переездах, ливень. Правильно. На мостах, под мостами, на пешеходных переходах. И на перекрестках. И на трамвайных остановках. Прямо в рот. Есть. Левый третий с трамплином. Есть. Прямо семь луж. Сразу левый второй. Есть. Третья машина. Так. Все в порядке. У вас штрафных, как у Лоренца и Кукушкина. Дядя Вань, этот поворот? Да, этот.
Николай Николаевич. А? Суньте руку под сиденье. Не укусит? Нет. Забота о ближних. Не отравлено? Конкуренты все-таки. На свете есть два продукта, полезных для глаз. Черный хлеб и морковка. Да. Точно. Морковь, чтоб тебя! Пристегни ремни! Шлем! Скорей, скорей! Петька коробку ставил, а пробку наживил только. Мы с Николаем ее за 20 минут перекидывали. Никто не верил. А я верю. Ух ты. Жену твою жалко, Женю. Симпатичная девушка, дураку досталась. Сколько? 16 минут. Николай Николаевич. До КВ сколько? До КВ 33 километра. Не волнуйся, бросит она тебя. Она меня любит. Сколько? Дорогой, за переездом в сторону прижмись, хорошо? Сразу с переездом в канаву, ладно? Канави! Спасибо. Езжай. Кончай переживать. Отыграем еще. Иду спать.
выходите, ребята. Мы сейчас. Волги уже пошли, дядь Вань. Вон 30-й идет. Ай-яй-яй. Верно, Волги. Ну, Женечка, тебе посвящается. Ух ты! Что это он? Не знаю. А кто у них за рулем сидел, не видел? Кто же еще может так ездить? Машина красная. Ура! Лоренца обошли! Что? Я говорю, Лоренца обошли. Вон там, на обочине стоял. Планированный чемпион. Николай с Сашкой! Да мы бы его сами отвезли. Я уже крыло сбил. Взяли? Давай его к нам в машину. 23-й, дядя Коля! Спит. Ноги, ноги, аккуратно, ребята. Поехали. Леш, дай карту. Где тут у нас больница-то? Семнадцатого не видел? В больнице 17-й. Там куча мала на дороге. Ну что, живой? Ага. Грубый вы все-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли. И нахай. Точно. Куда это они? Слушай, я о чем думаю? Николай впереди нас ехал. Чего же не остановился? Вот ты у него и спроси. Леш, Леш. Что случилось? Последний раз едешь. Семейство на колесах! Чего встали? Каковы 100 километров? Куда торопишься? Все вы торопитесь! А ну двигай отсюда, чокнутый! Что ж, езжай. Езжай.
быстро, быстро. Гонка водителей. Ага. А ты отдыхай, отдыхай, отдыхай. Хорошо. Сразу на старт? Да, да. Отойдите, отойдите. Поехали. Дяденька, вы гонщик? Ну? А это у вас шлем, да? Как видишь. А можно я его подержу? Держи. Это вы оказывали помощь? Да. Ваше опоздание не штрафуется. У нас там еще коробка. Тебе же говорят, не штрафуется. Вот удивительный. Пойдете за 23-м. Ну, соседи теперь. По коммунальной квартире. Списан. Сань, моих не видела? Нет. Трековая гонка на ипподроме завершает программу дополнительных скоростных соревнований первого этапа ралли «Синий перевал». Сейчас на старте выстраиваются автомобили второй группы. Это москвичи 412, стартовые номера 17 по 23. Водителям этих машин предстоит пройти по ипподрому 12 кругов, постараться пройти с минимальным временем. Для них, товарищи, это важно. Во время первого этапа они уже набрали какое-то количество штрафных очков. И теперь им предоставляется возможность поправить свои дела. Это три машины. 17-я, 23-я, это Кукушкин и Сергачев с завода имени Ленинского комсомола. И 21-я машина. За рулем ее Потапов, молодой сгонщик с Зареченского авторемонтного предприятия. Посмотрите, он ни на метр не отстает от лидера. Хотя Кукушкин и Сергачев известные международные мастера. Они прекрасно знают ипподром и умеют держать на нем автомобиль. Девушка, по какому телефону можно заказать в Москву? У Потапова серьезные намерения, вы смотрите. Вот смотрите, на дальнем вираже что происходит. Он уже обходит Сергачева. Надо выиграть Потапову у Кукушкина, и тогда он... А что с гонщиком? Что с гонщиком? Нет, все в порядке, все в порядке, все в порядке. Мы продолжаем следить за соревнованиями. Судья на дистанции выбрасывает желтый флаг. Это значит, впереди опасность, снизить скорость. Правда, Кукушкина и Сергачева это не касается. Они прошли вираж до происшествия. Еще зимой они ездили вместе. Это учитель и ученик. Кукушкин воспитал прекрасного молодого мастера. Правда, этот молодой мастер ухитрился где-то на дистанции схватить изрядное количество штрафных очков. И вот теперь он пытается их отыграть. Кукушкин на прямых, благодаря сильному мотору, уходит вперед. Но на вираже Сергачев его настигает. Пошли на последний круг! Сергачев идет на пол корпуса впереди! И вот он выходит вперед! Первым приходит мастер спорта Николай Сергачев. Вторым заслуженный мастер спорта Иван Кукушкин. Смотрим третий заезд. Моя трасса. Я отсюда в 70-м медальку увез.
Моих не видал? Нет. Ванюша, ты иди спать, а мы машину посмотрим. Слушай, Вартаныч, подфарок надо заменить. Посмотри рулевые тяги. Хорошо. Резину жуем. Мотор никого не пускай. Сам посмотрю. Ладно, спи, у тебя полчаса. Моих не видал? Нет. Фигурку выполняет штурман 17-й машины Алексей Шведов. Водители, которые только что участвовали в ипподромной гонке, пошли на отдых, а сейчас свое водительское мастерство показывают их штурманы. Ибо на соревнованиях ралли каждый член экипажа должен прекрасно владеть автомобилем. До старта второго круга полчаса, так что немедленно спать. Угу. Вартан Антонович, стекло на фару. А резина не к черту. Да. Амортизаторы тоже. Понятно, все сделаем. Лоренс. Вырвался чемпион. У тебя полчаса, чего ты встал? Идем. Идем, идем, идем. Фигурку выполняет штурман 23-й машины Александр Спицын. После того, как Лоренц и Кукушкин по техническим причинам набрали большое количество штрафных очков, сейчас эта машина, 23-я машина, уверенно лидирует в нашем ралли. Николай, ты сбитые столбики видел? Где? В КП. Не доезжая 8 километров. Там, где Лоренц стоял. Что ж ты не остановился? А что случилось? Там человек разбился. Как? Наконец-то. С ума можно сойти с вами. Только приехали. Дети спят. Коль, садись. Бойцы вспоминают минувшие дни. Товарищи, только ради интереса, скажите, пожалуйста, почему вы сейчас на разных машинах? Тактический ход? Для командного зачета? Так сказать, из высших соображений. Угадал? Угадал.
Еще вопросы есть? Нет. Глуши мотор. Ясно? Такое хорошее настроение было, так нет. Выдумал какую-то аварию. Он не выдумал. При чем тут настроение? Я, мол, проглядел. А я спал. Да, ты спал. Мы видели. Ты вот скажи, что я спал. Ничего не говори. Спал и все. Какое его дело? Да ты успокойся. Люсь, что он от меня хочет? Он очень высоко тебя ценит. Я что, вещь ваша ценит? Он говорит о тебе только самое хорошее. Однажды эту коробочку двое за 20 минут поменяли. Вместо 2 часов. Еще за границей и в дороге. А никто этому не верит. Я верю. Молодец. Слушай, сбегай в судейскую, спроси у дежурной. Спицыну из Москвы не звонили? Угу. Шведов, просыпайся, родной, просыпайся. Пора уже, вставай. Вставай, вставай. Николай Николаевич, на фигурке еще 8 очков отыграл. Так что теперь полный порядок. Молодец. Ты Лоренса у дороги видел? Видел. Я же говорил вам тогда. Избитые столбики у дороги видел? Так мы же с какой скоростью-то шли? 150 было. Так. Там человек угробился, тебе это ясно? У вас телефон, дядя гонщик. У вас телефон. Ну иди, дядя гонщик. Иди, иди. Коля. Слушай, что у него сейчас не ори, вам еще 40 часов вместе ехать. Да что вы себя добреньких строите? Отойди от машины. Слышу. Санечка, молодец, наконец-то позвонил. Слушай, мы тут все ждем вас победы. Ничего не слышу. Саня, говори громче. Ничего не слышно. Береги себя. Не езди слишком быстро, ясно? Я жду тебя, Санечка. Саня. Спецучастка 203 километра. Асфальтовая дорога. Ты уж лучше молчи. Сиди и молчи. Без сопливых разберемся. Вылезай. Вылезай, говорю! Иди назад, мне здесь посвободнее будет. Имей в виду, я тебя везу только, чтобы судим показать, раз уж мы в одном зачете.
А это Николай меня папой римским прозвал. Мы в Риме были, когда Наташка родилась. А когда Николка в Болгарии гонялись. Кто мы такие? Простые работяги, заводские гонщики. А в каких только странах мы с Николаем не побывали? Ты не спи, не спи. Угу. Ты лучше спроси меня, что я в этих странах видел. Дорогу. Вот такую дорогу, как здесь. Николай хоть штурманом был, головой вертел по сторонам. Ты не спи, Леш? Да не сплю я. Николай, Николай, любишь ты его? Не в этом дело. Рано я его выпустил. Ну-ка, садись за руль. Хорошо бы феномину от сна. Да ты что? А что? Ты эти привычки брось. Песни будем петь. Я на лодочке плыву по реке широкой, на далеком берегу домик одинокой, словно дальняя звезда, в нем окошко светит. Кто устанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой, хорошо ты светишь, без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну, как-нибудь тебя найду, когда плыть устану. Здравствуй, что дорогой, попали? А ну выходи, выходи обязательно. Не могу пить. Портили вас, Витёк, портили, гайга. Не могу пить, спасибо. Далее, берет заход в Сазгаг. Дорогой, поздравляю, не могу пить, дистанции, времени нет. Все мы на дистанции, слушай. Что вы не понимаете, дорогой, ну не могу. Останетесь здесь вообще. Ну за рулем, не могу пить. Он же не за рулем, пускай он выпьет. Слушай, специалист по свадьбе, мы не выручаем. Аба, габа тарет, габа чуть вы чего? Ama kamışut kamışut bidi 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 git 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 git. Bunda da alıyor. Avuç ile evlat. Bunda da alıyor. O gidi herli eşek argıya. Baba. Rim darbi darbi domorim darbi darbi domorim down down darbi domorim down down darbi do rim down down rim down down rim down down bidi bidi bidi. Спасибо. Нет, Геннадий, нет, 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 нельзя.
На нас с Николаем в Африке пантера бросилась. Ну и что, сбили? Да нет, разве их собьешь? Испугались очень. У Николая иногда голова кружилась, тогда я за руль садился. Власть, чего сидишь? Я говорю, вылезай, чего сидишь-то? Открой капот. А Сашка где? Спит. Я его наказал. Погоди ты. Чего годить? Коробка полетела. Все, я выскочил. Езжай. О команде думать надо. Ну да. Много ты о ней думал, аж высох весь. Езжайте. У вас шансы на золото впереди 2000. Минутку, минутку. Мы вчера с Лёшкой к
коробку перекинули, в попыхах подумали, сгорело. А я вечером смотрю, нормальная коробка. Масло только вытекло, сейчас поставим. А тормоза? Тормоза прокачаем. Да. 6 минут потеряли, Иван Михайлович. Ну, будь. Что у тебя? Ничего. Чего случилось-то? Ничего, езжай. Помощь нужна какая-нибудь? Не нужна. Что, помочь? Ничего. Спицын, подъем!